Всем привет, продолжаем бродить по выставкам Санкт-Петербурга. Вот сегодня я хочу вам показать выставку «Стиль Дукатти», знаменитая марка, в музее Эрарта. Ну, в общем, действительно интересная выставка, больше для мужчин, хотя и женщин там достаточно много было. Я вспоминаю, я был в Вероне как-то в Италии, и вот там был парад Дукатти. Ну, я вам скажу, достаточно впечатляющее такое зрелище. Там мотоциклов было немного, но у них такая мощь чувствуется, такой звук, ого-го-го. Ну, это так, ремарочка. Ну, вот как пишут в анонсе, выставка Дукатти не только расскажет историю стиля, но и историю мечты, которая зародилась в итальянском городке Болонье в 1926 году. Маленький семейный бизнес Антонио Кавальери Дукатти, троих его сыновей, Андриано, Бруно, Марчелло, превратился из небольшой фабрики по производству радиокомпонентов в международного лидера совершенно иной индустрии и рекордсмена по количеству титулов. Ну что, в общем, действительно, концерн Дукатти продает мотоциклы в более 26 странах мира. Чемпионы, которые знают, специалисты, которые как-то следят за гонками, это Лучинелли, Роше, Пален, Хелвуд, Фаллап, Корсер, Фагарти, Бейлис, Стоунер и Капиросси. Что еще можно рассказать? Компания Ducati Motors убеждена, что она создает не просто мотоциклы, так написано в анонсе, а настоящие произведения искусства. Поэтому они очень благодарны, конечно, Эрарте, музее современного искусства, приглашают на выставку в этих стенах, потому что это лучшее признание нашей правоты, говорит Андреа Форези, директор Ducati Design Center. Это итальянский стиль, эталонный для всего мира. Образцы стиля и дизайна – это тоже искусство. А искусство должно окружать человека не только в музее, но и в обычной жизни. Промышленный дизайн – неотъемлемая часть современного искусства, которую, кстати, мы видим действительно каждый день. Вот такие вот экземпляры мотоциклов. Вот как отмечает директор по внешним связям музея Атаян Милюкова: «Мы хотим показать, что внимание к каждой детали, высокие эстетические стандарты и неуклонное стремление к повышению качества могут творить настоящие чудеса». Ну вот, собственно говоря, и все. Посмотрите, здесь представлены 16 мотоциклов, включая легендарные модели, велосипеды, эскизы, дизайн-проекты, также фото и видеоматериалы. Действительно, можно походить, посмотреть, пофотографировать. Кстати, ресторан «Эрарта» подготовил специальный десерт, который их вдохновил, эта выставка. Она будет до 16 июня 2019 года. Можно пройти, но, хочу сказать, по выходным огромные очереди там. Поэтому есть смысл приобрести годовой абонемент. Он стоит дешевле. И вот у меня он есть, и я спокойно прохожу на выставку. Ну вот все, всем пока, всем привет, посмотрите, тогда информация вам, показал вам выставку в Эрарте, которая называется «Стиль Дукатти», знаменитая марка мотоцикла. Все, пока-пока, до свидания. We'll be right back.